На отчетной стороне гражданская пешеходная зона по-прежнему не благоустроена. Почти год люди вынуждены ходить через стройплощадку. Узкие проходы словно козьи тропы, но скакать по ним приходится всем – и студентам, и пациентам больницы. Особенно тяжко было, когда таял снег. Минимальные удобства, говорят, появились совсем недавно. Хорошо, хоть этот мостик сделали, а то по грязи приходилось ходить. Через парк управления дороги горожане попадают на челюскинцев, но здесь им путь закрыт. Людям предлагают идти кругом через подземный переход в переулке Красном, но народ предпочитает снести препятствие. Вот вы прошли, а здесь написано «проход закрыт», да? Знаете, вот вы бы к ним обратились, они вообще собираются заканчивать ремонт? Вот это интересен вопрос, потому что это наша дорога единственная в институт. И что делать? Тут я прохожу по правилам. Так что светофор, дорожка. А вот к ним могли бы удобства все-таки людям побольше создать. Невозможно проводить благоустройство, пока не будут вынесены все сети, оправдываются дорожные строители. А между гражданской и парком проходит теплотрасса, вода и газопровод. И все они магистральные, потому и сроки такие большие. Теплотрассу мы перережем в мае месяце. И сможем уже приступать к засыпке, ну и, соответственно, там июнь-июль мы сможем приступить к благоустройству пешеходных зон. Впрочем, жителей эта новость уже не радует. Ведь это уже год. Не надо над людьми издеваться. Неудивительно, что горожане уже не верят этим обещаниям. Ведь сроки окончания работ переносились не единожды. Поэтому ситуацию со строительством на Гражданской мы берем под свой контроль. Юрий Шумков, Антон Лимонов, Городской дозор.